Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 1. Черт возьми, в чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Без проблем. Сейчас лягу, прилягу, обниму свою флягу. Что за черт? Здесь кто-то был. Давай, посмотрим. Похоже на какой-то код доступа. И баньки. Сказали зайки. На следующее утро. Проснитесь и пойте. У нас впереди долгий день. Вы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Дары. Нашел себя. Думаешь, ты умнее ежика, что ли? Что ты застрял тут? Давай. Доброе утро. Ага. Ложись в свою кроватку. Нам еще надо убивать и убивать там. Так, мы сколько? Троих убили. Шестерых осталось. Продолжим. Ну? Метательные ножи поражают врагов издалека. Это мы знаем. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так значит рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Вильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество. Убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Хорошо. И будь осторожней, Альтаир.
Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Так, и что я хапанул? Перчатки. Схватиться за уступ. А до этого что, я не мог схватиться, что ли? Опять с ним. Альтаир, ну, давай. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Набрали дебилов, может, потому ты что... покажешь им? Покажу. Как ветеран. Великолепно. Так. Давай еще разок. Работа мастера. По щам ему. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Вот так вы и должны сражаться. Ну что ж. Ну а мы пока телепортируемся в другой город. Понимаю, у тебя много дел. Все верно, понимаю. Обращайтесь с оружием. В другой город. Бежим, бежим. Дамаск. А в бюро. Так, ладно, если сейчас пока буду очищать. Сбежать будет легче, поселение. Убив нескольких преследователей. Но этот обзор я не мог пропустить, чтобы не показать его. Прыжок. Ну, собственно, все вроде выполнено у меня. А, нет, вот еще одно тело осталось спасти. Давайте спасу и начнем выполнять миссии. Итак, первая миссия у нас допрос. Давайте допросим. Он здесь недалеко находится. Где ты? А я иду за тобою. Что на него нашло? Нет никого так щедрее Абу Аль-Нуквода. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя бремя забот и предались веселью. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Король-купец помогает, ничего не требуя взамен. Пусть его щедрость станет примером для нас. Пусть каждый стремится стать таким же, как он. Допросики, ага. Сейчас мы захреначим его. Блин, среди солдат еще вот. И вот здесь нам никто не помешает. На тебе. Еще разок по морде. Ты дорого заплатишь за это. На. По мордам тебе. В нос. Говори теперь. Я все скажу. Я не собираюсь за него умирать. Его деньги не вернут мне жизнь. Мудрое решение. Что тебе нужно? У меня дело к королю-купцу. А, что ж, удачи тебе, король редко покидает свои покои. Почему? Он что, боится? Не боится. Ненавидит. Он ненавидит самого себя не меньше, чем людей, которым якобы служит. И от позора запирается в своих палатах.
Но он не может прятаться вечно. Да, скоро праздник. Он выйдет, чтобы произнести речь, чтобы взглянуть на свой народ, на тех, кто принадлежит ему. Но это будет недолго. Почему же ему приходится так прятаться? Увидишь сам. А теперь отпусти меня. Чтобы ты рассказал ему, что я задумал? Я не скажу ни слова. Конечно. Верно, не скажешь. На! Так, а теперь сваливать надо отсюда. Так. Свидетели нам не нужны. Блин. Поверху уйти можно или как? Покуда тут сваливать-то можно? Оп-оп. Это что? Внутренний двор. Да. Я хоть вышел отсюда? Нет, еще не вышел. Где тут? Где выход-то? А, вот он, выход. Как мило с твоей стороны было отойти. Так. Что-то я понять не могу. Назад, что ли, идти за флажками собирать? Так. Ну, походу дела обратно за флажками. Где-то ты тут у меня. Так. Только не говори, что ты наверху. Ты, а, ты же внутри, и попасть к тебе можно только сверху. Хотя нет, подождите, вот здесь вроде выход есть. Так. Вот он. Ну давай. Мир тебе. Достаточно. Тебе нужны сведения о городе? Сейчас у меня совсем нет времени. Надо разыскать флаги, которые украли из нашего тайника в квартале богачей в Дамаске. Но стоит такая жара, что я едва шага не сделаю. Ты поможешь мне? Если найдешь флаги, я сделаю для тебя все, что смогу. Давай. Так, как я понимаю, вот так вот начало. Ох ты, пока правильно, смотрите, бегу. Бегу правильно. Ненавижу гонки. Опа. Давай. Ты что-то хочешь сказать? Где-то тут последний, вот он. И вернуться к нему. А где ты? А ты вот здесь. Ну, кстати, легко, да. Получилось как-то на удивление ты легко. Ты еще не нашел их все? Поторопись, время не ждет. А где последний? Так. Где последний флаг? Блин. Хоть бы показывали наверху он или внизу. Так, он внизу. Тут не показано. Так вот. А, вот он. Пошел. Прочь. Вот он. Где-то я пропустил. Где-то я его пропустил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Главное с ними не столкнуться.
чертов дурак совсем выжил из ума. Где ты? Где-то здесь. Вот он. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Да я знаю, что мне сделать нечего. Я не собирался здесь задерживаться. Мне главное успеть. А, хотя 30 секунд кого не успеет, успею. Не ходите. Дайте я пробью. Все. Спасибо тебе. Рафик обрадуется найденным флагом. Надеюсь, то, что я сейчас скажу, окажется для тебя полезным. Говори. Когда Абул пригласил меня на очередной пир, я заметил, что по фонтану в центре дворца короля купца можно легко взобраться наверх. Подумай об этом. А теперь мне пора идти. По фонтану можно легко забраться, да? Как бы не так. Так, где там дыра в заборе, чтоб мне свалить отсюда? Вот она. Бежи. Бежим. Раз. Раз. Так. Что это у нас? Да, это западное задание информатора. Прилавки. О, кстати, такое самое муторное такое, как я считаю. Английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один. Давайте. Идем к прилавку. Ходи-ка, пока я не рассердился на тебя. Если не ошибаюсь, 3 штуки прилавок надо разгромить. Нет, умоляю, не уходи. Умоляю. Подайте пару монет. Обойдетесь. Хочешь хорошую сделку? Он кого-нибудь ждет тебя. Подходи, подходи. Так, кто-то меня хотел. Похоже, он куда-то очень спешит. Да, очень даже спешу, я бы вам сказал. Как вот мне туда попасть? Она ждет тебя, подходи, подходи. Вот он. Ты выбрал правильное место. Нет, лучше торговщик. У меня есть все, что тебе нужно. Я уверен. Блин, близкий. Вот. Как тебе спуститься-то? Вниз. Погоди минуту, Альтаир. У меня к тебе одна просьба. Я знаю, что ты хочешь убить короля купца, но в этом городе полно других, ничуть не менее жестоких людей. Некоторые торговцы стали продавать тухлое мясо. Им оно достается за бесценок, а на здоровье покупателей им плевать. От этого мяса уже умерло несколько детей. Так дальше нельзя. Ты можешь положить этому конец? Разрушить прилавки. Вот. Тебе что-то нужно? Нужно. На. На. Остановите его! Остановите! Убейте его! На. Тихо, тихо. А, помер. Блин, близкий. Ладно. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Так. 3 штуки прилавка. Прилавок надо уничтожить. Я где? Ой, я далековато. Так, куда мне? Ты, наверное, слепой. Да. Так оно и есть. Я именно такой, блин. Я опять не через эту дыру. Или, подождите. Я где? Давайте. Кража тогда. Это... Быстро произойдет. Ничего, переживешь. Кража, кража, кража. Стой. Я к твоим услугам. А ты сможешь забраться-то? Каналы. Ты еще плавать не умеешь. Ты же вот первая часть. Ты не плавающий. Так, вниз. Хм.
Где-то тут вход. Флаг. А где вход-то? А что, зря сюда лез? Ладно. Сейчас посмотрим. Где? Где же ты, где? Ну, звездочка алая. Зачем вообще вести себя так? А вот. Секрет. Все, что вы можете подходить. Я убью тебя за это. Возмутительно. Так, встаем сюда. Хорошо, что ты пришел. Служить вам — честь для меня. Ваши приказания? Письмо, которое я дал тебе, нужно доставить в лагерь Салах-ад-Дин. Там 1000 человека по имени Хишам. Он поможет. Но никому не говори о письме. Никто не узнает. Тогда отправляйся. Отправляйся. Все. Забрали письмецо. Письмецо в конвертик положу. Так, убийство. Пойдемте. Тут, по-моему, тоже на базаре надо убить. Троих, если не ошибаюсь. Не уходи, прошу всего лишь. Подайте пару монеток. Сейчас по шее подам. Английский король и его армии неверных. Не надо ко мне подходить. Несут они нам. Салах один скачет. Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут с голоду. Ну, говори. Твой брат, 100 лет тебя не видел. Слышно что-нибудь об Атхе с тех пор, как она покинула эти края? Нет? Жаль, но я уверен, ты ее найдешь. Слыхал, что на Абуальну Кводу уже выдано перо? Возможно, я смогу тебе помочь, но мне самому надо успеть к полудню убить 4. Поработаем вместе, как в старые добрые времена, а? Давай. Двое тебе и двое мне. Это телохранители Абу Аль-Нуквода. Скоро ты их увидишь. Так. Метательными ножами-то... Я сомневаюсь, что я смогу убить их. Вот они. Она ждет тебя. Подходи, подходи. Подходи. Вы останетесь довольны. Так, уходим отсюда. Сейчас пока-то. Похоже, он торопится. Блин. Меня не уйдешь. Задел. Задел случайно. Задел. Падла. Он все-таки смог от меня скрыться. Ладно. Давайте. Подходите, посмотрите на мои товары. Повторим сие действия. Почему он несется, как угорел? Похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Так, а где смотри, ты? Смотри, что ты наделал. По крыше лез. Да, представляете, вот. Оказывается, самый короткий способ. О, как я далеко убежал. Аж самому не верится. А вроде все, за поворот зашел. Подходите, нет, смотрите, мой товар. Не умрешь. Подайте пару монет. Итак. Да, уйдите вы. Похоже, он торопится. Нет, отстань от меня. Не понимаю, чего он хочет добить. Я твоим услугам. Умоляю вас, господин. Так. Боже, надеюсь, никто не пострадал? Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Отойди. Думаете, кто лучшие товары вообще? Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут в голову. Подайте.
Блин, ты видел, да? Ты все видел. Да? Пустите меня. Сейчас мы спрячемся. Давай. Да. Все. Вот пока ты залезешь там. Все? Да, так-то немножко глуповато получилось. Ну что, бывает, ладно. Падаем. Через прилавок. Итак. Ух, больше так не делай. Куда он пошел? Да уйдите. Первые здесь. Посмотрите на мои товары. Я прошу всего лишь пару. Тебе не стоит делать так еще раз. Должен прекратить его неверно. Блин, да не так. Дороги! Не дайте ему уйти! Помогите мне! Ты умрешь здесь и сейчас! Ай-яй-яй-яй. Я опять в этот же сарай. Но оружие не поменял. Господи, какой кошмар. Какой позор. Не знаю, куда он пошел.